Здравствуйте, дорогие друзья. Новости с кабалистом Михаилом Лайтманом. Руководители римского клуба и его ведущие эксперты жестко критикуют капитализм, финансовые спекуляции, материализм. Они за упрощенное понимание мира, упрощенное, призыв к альтернативной экономике, новому просвещению, духовно-нравственному мировоззрению, единой планетарной цивилизации, гармоничной. Это уважаемые люди в нашем мире. Правда, мало кто обращает внимание на их выводы. Они высказывают относительно такие здравые выводы из того, что они наблюдают. Там входят много ученых, нобелевских лауреатов и все прочее. Но они не понимают вообще смысла жизни. Я извиняюсь, конечно, так грубо осаждать таких людей. Я их уважаю, но не будучи постигающими высший смысл, связь с высшей природой, они не могут большего. И поэтому все их предложения, все их выводы, хотя они отчасти и правильные, но дальше этого они не идут. Человечество не сможет само себя ограничить, потому что это эгоизм, который нас толкает вперед. Мы видим, что мы сейчас влезаем в такие вообще состояния, когда мы собираемся делать искусственных людей. Не просто машины там без водителя. И поэтому я не думаю, что их призывы к чему-то придут. Это умные люди, но будучи в нашем мире, только в нашем мире, не видя, не понимая цель развития всего человечества, мы не можем ничего придумать. То есть когда человек, который не может оторваться от Земли, от нашего мира, не может принести никакую идею? Никакую. Откуда же он принесет, если он внутри эгоизма все рассматривает? Так что у нас ничего другого не остается, как подняться над эгоизмом, и тогда мы увидим смысл жизни и цель существования.